Путина и Кабаева поздравили с десятилетием брака. Прошло 10 лет с момента появления первого сообщения о браке президента Российской Федерации Владимира Путина с известной российской спортсменкой, олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике Алиной Кабаевой, а также о его разводе с бывшей супругой Людмилой Путиной. Отметим, что на сегодняшний день Кабаеву до сих пор называют негласной первой леди страны. К слову, первой публикацией средств массовой информации, в которой Путин и Кабаева появились вместе, стала новость, которая вышла в декабре 2001 года под названием «Президент и Амазонка». В ней сообщалось, что Путин и Кабаева вместе присутствовали на шоу ее тренера Ирины Венер-Усмановой. Тогда писали, что президента и гимнастку связывает давняя дружба. Она сидела рядом с Путиным и рассказывала ему о художественной гимнастике. В 2008 году появилась информация о том, что они поженились. После того, как Путин в 2013 году развелся со своей супругой Людмилой, общество начало снова обсуждать союз президента и олимпийской чемпионки. Позже появились слухи о их венчании. Многие поздравили лидера российского государства и гимнастки с десятилетием брака.